Всем привет! Азамат Мусагалиев, известный участник Comedy Club, извинился перед казахстанцами. Дорогие друзья, я хочу ответить по поводу сложившейся ситуации вокруг заставки канала ТНТ, где мы с Нурланом Сабуровым разыграли шутку про незнание казахского языка. Знаю, что в Казахстане по этому поводу поднялась волна негодования, которая вылилась в прямые угрозы в мой адрес. Во-первых, хочу поблагодарить всех, кто поддержал меня в этой ситуации и проявил внимание. Мои братья, казахстанские КВНщики, заняли поистине братскую позицию и призывали всех успокоиться. За это им отдельное спасибо. Во-вторых, хочу обратиться ко всем, кто выразил негативное отношение. Я понимаю, что право на критику имеют все и прислушиваюсь к тем, кто адекватно выражает свое мнение. Но я не готов слышать угрозы в свой адрес и в адрес своей семьи. В-третьих, за всем этим шумом я понял, что данная ситуация подняла важный вопрос сохранения родного языка. И поверьте, этот вопрос гораздо важнее для казахов, живущих не в Казахстане, а в России. Я знаю многих наших, не говорящих на казахском языке, и это реальность. Уверен, что многие из них задумались на эту тему после ролика. И последнее. Я был и остаюсь казахом, вне зависимости от всего того, что происходит вокруг. И всегда с гордостью это подчеркиваю. А творчество, оно на то и творчество, чтобы вызывать эмоции и делать всех нас лучше и добрее. С уважением к вам, своему народу и к языку, Азамат Мусагалиев. Блин, какие мы все-таки смелые, взяли и напали на этих комиков. Ну подумаешь, они немножко высмеяли казахский язык. Ну, они на то и комики, для того, чтобы нас веселить, для того, чтобы у нас появлялись на лице улыбки. Почему мы обиделись? Почему мы весь этот жар направили на них? Давайте все-таки повернем свои мозги, повернем их на то, что происходит внутри Казахстана. А это всеобъемлющая коррупция. Это то, что у нас выборы нечестные. Это то, что у нас суды, ну, непонятно какие. Давайте туда. Почему это происходит? Давайте поймем причину, почему это происходит. Не это ли является позором для Казахстана? Почему туда не хватает сил и смелости об этом говорить нам всем? Скажите, пожалуйста. Вот когда мы все будем об этом говорить, хотя бы задумываться, а не принимать то, что нам пытаются всунуть через эти ящики телевизоры, я имею в виду, промывая наши мозги и делая нас киселем, роботами, чтобы мы только говорили, блядь, извиняюсь, у нас стабильность, зато нету войны, мир. Да, мы живем так, конечно, ну, могли бы и лучше жить, но что ж теперь, вот. Зато у нас мир. Давайте повернем свои мозги. Что мы как мантра постоянно это говорим, то, что нам внушает с ящика? Я бы хотел, чтобы люди все-таки не набрасывались, а думали прежде всего. Всем пока, у кого есть что сказать, оставляйте свои комментарии. И все-таки подписывайтесь на канал. Пока.